Черепашки-ниндзя 2014 года. Собственно, давайте перейдем к самому процессу скачивания. Скачать вы сможете на сайте router.org. Ссылку на нее там в описании. Тут вы сможете посмотреть жанр разработчиков, язык интерфейса, дата, лекарства, сюжет игры, минимальные системные требования и так далее. Чтобы скачать, вам нужно нажать сюда. Скачать Teenager Mutant Ninja Turtles. Нажимать сюда. Для скачивания вам потребуется программа либо торрент, либо зона, ну или какая-то другая программа для скачивания торрент файлов. Собственно, я ее уже скачал. Качаю через зону. Собственно, а теперь вы должны будете зайти в ту папку, куда у вас скачалась игра. Для меня это делается очень просто. Так, показать папки. Так. Сейчас, секунду. Сейчас у нас появится тут. Ну, а тем временем, пока у нас открывается эта папка, мы зайдем в программу Daemon Tools Lite. Она-то нам и поможет для... точнее, поможет в установке данной игры. Так. Так, вот у нас уже открылась папка с самой игрой. Так, вот. Отлично. Сейчас пройдет проверка лицензии. Так, секунду. Так.